там покушали, потом пообедали, попили пивка немного, по-моему, всемером, что ли, или восьмером в кафешке 1,5 миллиона всего. То есть нормально вполне Ну, это недорого. для таких людей, как мы, это... А в российских рублях это сколько? В российских рублях это около 3000. Нормально, семером, восьмером. А в семером, восьмером это как у вас там? Кто-то иллюзии делает иногда или что? Да. Так, ну чё, блин, 20 тысяч человек на это. Ну я пока буду просто смотреть, короче. В смысле, ты не будешь в арму играть? Нет, ну типа это слишком тесно. Мы вчетвером редко будем. Втроем больше шансов нормально поиграть. А что Лол, за Arma мы 3 всегда играли. картинг? Ой, это такое говно. Мы с Максимом потратили деньги. Понял. Если переводить на белорусские рубли, 500 000 потратили на карту. Я понял. Так, ну хорошо, захожу в Ладно, арму. не 500 000 там. Короче, вообще, хрень Кекс, какая-то. да давай одну катанем. А Ну, блин. потом, может, не знаю, если вы все уже с этой самой, то я в Да доту нет, зайду. я-то еще в деле, просто я говорю, что легче будет стартануть, я бы просто посмотрел. Да ладно, тебе легче будет Да не, ну стартануть. блин, лол, всегда играем Давайте, вчетвером, давайте. и тут ты съезжаешь. Вот именно, что ты съезжаешь сейчас, слышишь? Ты поссориться опять хочешь? Да он пиздец, по-моему, Заткнись уже, блядь. а. О, О, ты ой, что фак, себе позволяешь извини. вообще? Фак, извини, это я не Андрей, это я тебе. Так, АФК, АФК, пойду Это разберусь со за то, своим что ты ебалом, а сказал. то оно у меня сложное стало внезапно. Сейчас приду. За то, что ты сказал, что из-за меня на Тинькере прыгает. Че, там все готовы куда-то джойнить? Тут пару серверов есть. Да не, я на минуту сейчас через приду. Ну давай, пока подождем. Туру-ду-ду, тун-тун. Дред хоть на пару дней себя миллионером почувствовал. Ну да. Вы знаете, это было неплохо, конечно, это было неплохо, когда ты реально понимаешь, что у тебя есть бабки. Такую там вообще просто зашли вот в это место, короче, на чай ставили просто такую котлету денег официанту. Это же Рюкзак какой-нибудь. вообще забей там. Нет, там реально теоретически можно пивко купить за это самое, за... Рюкзак денег, мешок. Конечно, ну типа, смотри, значит, там есть купюры по полтиннику, а пиво стоит 15 тысяч. Следовательно, получается 300 купюр. Прикинь, 300 штук. Вот так вот. В покер была идея поиграть, вот реально, как знаешь, high stakes покер, короче, вот Да, эти с вот... пачками. Блин, а круто. Блин, поехали в Минск. Тогда там можно так реально... Только ты вот ставишь эту пачку, а это как бы малый блайнд твой. Вот-вот, я вот этот ролик видел. Ну-ка. Сейчас дам. Тут мотнуть можно сразу это. На минуту где-то. Блин, представляешь, в России с такую пачку выгружать? Так, Так, ну-ка. я тут. Снимай, стой, стой, да. Да? Все тут? А это он что? 5 водки, 10 водок вашему. Что набрали? 5 водки, 6 ящиков пива, блядь. Подожди. Не лезь, не лезь, не лезь, не лезь, не занимайся. Хорошо. Куда видел? Ласка, это камера. Да, да, да. Я в городе. Я не снимаю, не знаю, блядь. Я серьезно, блядь. Давай мы сейчас там. Давай снимай. Ну-ка. Это, ну... Машинку. Все, поехала считать. Бля, она просто себя ебаным бухгалтером почувствовала в этот Фак, момент. вол. Сейчас я тебе, если ты про это, сейчас я тебе
А вы про что? Я на сколько вся сумма? Не знаю. Блин, а как же троллик казался? Андрей не с этого что ли смеялся? Да нет, просто ты так удивился сейчас эти. Как ты ее почувствуешь? Вот, ну это вы видели, наверное, но тоже прикольно. Или это не тот? Да. А, не, это говно. И что, она реально все это пересчитывала? Ну да. Так... А, во, нашел. Вот это оно. Что оно? Вон. Ну этот вы видели, наверное. Тоже такой, олдскульный. Не видели этот ролик? Не. Это поприятнее. Музыка, конечно. У меня, кстати, на Наке такой же звук был. У меня в детстве в комнате стояла бутылка шампанского, там мы скопили по одной монетке, короче, ну практически полная, по одной копейке, короче, монетки. Полная бутылка шампанского. Ну вы поняли, типа, Сол не хочет играть с нами, зато играет с Ибахом, все ясно, блядь. Андрюх, кстати, тебе Ибах, походу, кинул. Его они раскрутило. Играют по другой системе, они вдвоем ищут Сол ММ. Не корейскую вот эту вот? Она не работает. Просто ищет 2 ММ и в скайпике пиздят, играют друг против друга, друг с другом. Mm-hmm. Типа вдвоем это нормально, соответственно, если больше народу, то impossible. Impossible to play? Yeah. Так чё, мы в арму там будем, не? Я давно в ней. Максыч, ты здесь? Да, смотрю Форт Бояр. Всё. Давайте попробуем. Ну, пока нет серверов так нормально. Хотя вот давайте UK7 попробуем. Прыгнул, зашел. Я тоже зашел. Народ медленно идет, но, ребят, если вы будете... Алёх смотрит стримы, а Максим говорит, сосай, сосай. Фак. А? Ты зашел, нет? На какой? UK7, фак, блядь, сейчас... Хардкор, да? Зашел. О, зашел, все. Чё, блин? Чё, все здесь, получается? Да. Да. Хорош. Ну вот видишь, а ты говорил, Кекс. Что глупости говорю? Разные. Блин, да, я... с Форт Байерн. Глупость. Бабки тоже как бы нормально дадут. Реально, 50. По 50 рублей. Блин, это же можно с пачками просто идти туда. А я зашел, у меня наблюдение какое-то. Интересно. У вас тоже, нет? Ну, это ты, значит, не играешь. Так, стоп, я пока еще даже окей не нажал почему-то. Да, у меня тоже. Еще за наблюдение. Почему зашли? Ну все, ливаем. А что это за хуйня? Это баг. Понял. Зато я теперь знаю, что прибрежные воды Стратиса опасны. 6 регул? А, нету. Так в итоге наблюдение что ли добавили в эту игру или нет? Да я не знаю, что это. Блин, мне надо TeamSpeak, у меня TeamSpeak их потерялся, когда Максим кидал, потому что там другую арму заходил. Там надо спросить у него, когда будет наблюдение, потому что наблюдение это клевая тема, клево. Потому что она везде есть, по сути. Там есть мод Зевс, в нем есть наблюдение. Есть мод обычных вот игр, и там народ играет, там тоже есть наблюдение. Почему в Battle Royale он не может просто перенести, я не понимаю, честно говоря. Ну, типа его можно понять, то, что чтобы не стрим... Ну, не стрим... Не-не-не, дело не в этом. Он хочет его сделать, понимаешь? Он не говорит, понял. Что типа я думаю. Найс, что... гайс, UK 6. Он же там полный. Только открылся новый.
А, хардкор, значит? Я вообще один там сейчас. Прям если ранен не обновляется, а вот. Я не вижу UK. У нас пока двое. UK 6? Ладно, я попробую по IP. Ты в офлайне или в онлайне? 9. Какой UK, еще раз скажи? UK 6. Все. Какой у тебя ник, заколебали все ники. У меня ник Dread. Там появился сервер, обнови. Yeah. Так, Максим здесь. Факер и я здесь. Факер здесь. Здесь и... Андрей, Кирилл, Макс. Кажется, Иван. Кирилл специально не заходит, чтобы да, сейчас да, сказать да, сразу сейчас... «Играйте». Ну все, играйте, ребят, играйте. Ну блин, ну... А что я могу сделать? Да в четвером сложнее. Он зашел, поехали. Зашел? Угу. Все. Оу, ночной хардкорчик. Ночной? Да. Началось. Не, кстати, не очень поздний. Посмотрите, нормально, нормально. Сколько время? Как там посмотреть? На О. А, так это утро, 9 утра или 9 вечера скорее. 9 вечера, то есть будет темнеть. Скорее всего. Я один играю, да, он жирный. А почему это он так тебя обзывает, фак? Не знаю, он что-то агрится. Да хуй его знает, я ему говорю, Лёх, поехали на аналитику. А он мне говорит, пошел нахуй. Ну вот как с ним работать? М? В смысле, он... А потом все таки согласился. Да он бухал там. Алкоголик ебаный. А сейчас он что, тоже что ли бухает? Почему сейчас он уже опять так говорит? Да хуй его знает, просто Лёха агр. Не может хотя остановиться. Хотя факт, ты СВЧ, конечно. Всех, не, ну факт, всем ты жизнь вообще ломаешь. СВЧ, реально, типа, никто не будет спорить здесь. Нормально, покатаем сейчас. Блин, работать под прикрытием, что ли? Это что значит? Ну, буду за вами следить, отслеживать тех, кто у нас на мясо пошлёт, а сам будет сзади тебе. Ну, понял. А потом выиграю катку, естественно. Окей, ла-ла-лей. Так, еще бы вспомнить, как тут парашют открывать. Пробел два раза вроде, да? Да. Альтов 4 два раза. Кекс, ну, ну вот... Ну все же, ну все, ну не надо ссориться. Зачем ты опять начинаешь? Сейчас же опять поссоримся, Кекс. Извини, он травитель. Мы же уже помирились, и ты опять хочешь, да? Тебе вот этого не хватает, да? Да. Вот всплеска эмоций в отношениях, что-то. Я просто стою. Мы летим на севере от яйца. Ну я вот школу вижу. Школа, яйцо, вот все здесь. Да. Автомобиль бы какой еще. А почему, когда я лечу, у меня тело, как будто я вниз. Вниз пузом. Вверх. Автомобилей что-то не вижу. Guys. Да, нет автомобилей. Я на пятерку. Я на пятерку. На какую? Спросите, пятерку? Что такое пятерка? Пятерка это внешняя вышка на яйце. Я понял тебе. Блин, я так-то не хочу в школу заходить. А, вон там тачка есть, по-моему, к ней кто-то летит уже. Да, судя по всему, так и есть. Да, все, на тачку сели, сейчас давить будут. Только да, не шарить. Умрите, парни, только не умрите. Не, не, я все, я мне похер, я даже если буду без девайсов, главное, чтобы не сдохнуть просто. Вот он с фарами, да, ездит и давит, пытается. Я издалека вижу. Так, слышу какие-то сигналы там. Вот там на вышке уже застрел начался на третий. Надо уебывать оттуда поскорее. Блять, в школу что ли бежать, я хуй знает. Я на останки на приземлился. Тут недалеко есть КамАЗ, сейчас я полутой заберу его. Нет, тут прям рядом со мной БМВ стоит, никого нет. Ну Андрей бежит в сторону лагеря Рогейн. А как ты это знаешь? Стрим смотрел. Стрим смотрю. Школа после Останкина или до? После. А, не-не-не, до-до-до-до.
Останкино, короче. Школа между Останкино и яйцом. Я тогда школу пробегу и побегу на Останкино. На северо-запад тебе где-то факт бежать. Ты на тачке рассекаешь, Макс? Нет. К тебе едут, Макс. Окей. Чё, где встретимся? О, нашел людей, куча людей, бля. Надеюсь, не убьют. Так, я пока лутаю. Короче, пушки. В одежде журналиста, ребят, сейчас. Окей. Так, ну чё, где мы будем срастаться-то? Сейчас я тачку возьму и срастёмся. Ты не взял ещё точилу, Макс? Нет, ещё не взял. Иду к ней. Недалеко. Взял, куда ехать. Я только что школу пробежал. Я 051-044. На школу. Так, сейчас 044, 051. Ну он к вышке к этой бежит, которая у Рогейна. Только свернул направо от нее. Не, я тачки посмотрел, бегу к ней. Только это небезопасно, ребята. С другой стороны, я люблю рисковать. Кстати, стоп, ухвейт, не в этой игре. А к вышке, да, пошел, Андрюх? Я туда подъеду прям. Да, он прям да. По ну, дороге. Давай не прям к вышке. Где-нибудь, в общем, срастемся, скажешь, когда близко будешь. Ох, ебать. Я подъехал, факт, где. Это ты? Я на бэхе прям. Черный? Не, не черный. Блин. Я вижу, какой-то синий давит. А, черный давит тут людей. Я рядом с ней. Ага, вижу. Я не хочу взорваться. Ты где-то по дороге, да, едешь? Да, я свернул. Вот это я, видишь меня? Я не вижу, где. Давай, остановился, добежишь? Ну вот, я подбегаю к машине, ты? Да, садись быстрее. Нормально. А то там была еще вторая, которая постоянно бибикала и, блядь, ездила, ну не за мной, конечно. Ну, это со стрима ищет. На. Так, там самолет далеко очень. Так, ну чего, там подъезжаете? Да, едем. А ты где, Кекс? Я сам сейчас. Посматривай назад, фак, если вдруг машина будет за нами ехать. Угу. Я потому что аккуратно вижу, чтобы не разбить. Я не вижу никого пока. Вроде все окей. На метров 200 до вышки. Но он за метров 300 до вышки. Да, я не иду туда. Понял. По дороге из школы. По дороге из школы-то? Окей. Блин, как Андрей меня до сих пор не заметил? А ты за ним бежишь, что ли? Так я видел двух типов рандомных, но я же не знал, что ты следишь за мной. Я слежу за тобой, я твой третий глаз, четвертый. Шоколадный или обычный? Обычно. Я выехал на дорогу от вышки к школе, где? Вот ты, я вижу. Смотри, я видишь, бегу? Нет, справа, слева. Вниз ехай, справа от тебя. И за тобой какой-то хер бежит. Не вижу. Назад не могу смотреть. Сзади какой-то хер, короче, вот она, я стою. А, о, вижу тебя, все. Присел, привстал. По мне хуярит уже. Успеешь быстро сесть? Да, вероятно, да. Сел, поехали, но меня покоцали. У нас главное, что живой. У нас колеса нет.
Так, а хилочки у кого есть? Может, в тачке есть? У меня нету. Может, в тачке есть. Давай, может, отъехай, посмотри. У нас колеса нет, то есть мы сейчас ехать все равно не сможем. Ну, до тачки какой-нибудь хоть доедем. А за мной чел бежал, это не он стрелял? Ну, видимо, он. Да я думаю, это кекс, блять. Вот он молчит все время, типа. Я потом такой, я за вами бегал, как вы меня не заметили. Хоть раз я так делал? Ну, с Максом вроде не. Так, это что, квадрик там? Да и тачка тоже есть. Так, ну-ка подожди, дай-ка я выйти, посмотрю тут, может... Да, есть пакеты, я выбрасываю на землю, подберете. Где тащила? А, угу. Я, короче, взял парочку. Еще тут пакеты есть. Это в квадрике? Угу, я тоже на землю выкинул, еще взял парочку. Так, что-то не вижу около квадрика. На земле должны лежать. Давайте быстрее, парни. Блять. В метре от нас был. А, да? Ну я поехал тогда от вас. Да я его перееду сейчас нахер. Вас убили обоих? Не, я его переехал нахуй. Ну что-то он еще жив пока. А, да, вот. Андрей. Я возьму девайс его, пожалуй. Так, блин, прицел неплохой у него тоже есть. Андрюх, это я. Давай, подходи, возьми у Макса что-нибудь. Ну что, было что? Зубр. Перевязочный пакет, зубр. Только патронов мало у него. Да, вон там парочек. Ладно, хилочек достаточно, в принципе. Так, а что у Макса за патроны? Мне станаги нужно там есть? Да, есть. Выложил сейчас. Там эмка есть. С прицелом. Хорошим самым. Где? Чё-то нет. У меня. В трупе. Только одни станаги? Да-да, одни станаги. Да, Андрей подобрал уже, походу. О, слушай, у меня прицел вообще четкий очень. Так, значит, на какой тачке ты там уехал? Так, слышишь? Понимаешь, кто к нам едет? Бежит чувак просто, блядь. Да забей, забей, ну не стреляй, но он же, блядь, просто... Или попадешь. Походу попаду. Ну, раньше убил. Он голый наверняка. Да, нихуя нету. Ладно, поехали, пошли на тачку. Да, да. Надо куда-то ехать уже. Так, на место водителя сяду, пожалуй. Так, ну и как обычно забагал, блядь. Не можешь сесть? Блядь. Вообще, а, так вот, сейчас. Сесть на место водителя. Сейчас, подожди. На пассажирское сиденье, все, садись, должен. Так, ну надо подумать, еще куда нам ехать. Поехали просто по дороге пока что. Мак, Кекс, а ты там как? Нормально. Хорошо. Там карта не появилась еще? Так, а ты сдох уже? Да. Понял. Ну все, фак, мы с тобой... Андрюх, нормально. С тобой остались. Я ваши глаза, я смотрю вместе с вами. Блин, у меня, конечно, патронов вообще не очень много. Так, ладно. Бомбежка. Куда-нибудь бы заехать на самом деле? Полутаться немного. Или хоть что-нибудь, какой-нибудь это дроп. Потому что мне кажется, этих 40 патронов, что у меня есть, нам не хватит. А у тебя вообще пушки нету? У меня зубр, только пистолет. Зубр, там мало. С двумя обоймами. Отлично. Эх, хуй знает. Макс, куда посоветовал поехать? Куда мы вообще ехали, Макс?
На стрельбище ездили, но у вас есть же пушки у обоих? Не. Не, у меня пистолет. А. Ну, либо в лагерь Рогены уже его залутали. Стрельбище может быть чистое. Так, узнал бы я еще, где это все. Справа на карте. Так, самолет летит в... Смотри, я смотрю на потолок, нихуя не... посмотреть. Сейчас только подхилюсь. Там я что-то опять не круто. Кстати, а что за снаряжение в тачке? Не знаю. Ну-ка. Перевязочные пакеты. Так, ладно, сажусь, поехали. Не знаю, мне кажется, мне тихо. Андрюх, я потрясающе. Ага. Фак, ну как бы инфу надо давать, что это. Я тоже вышел, я говорю, я вышел тоже. Да я не слышал что-то. Ну значит я сам за себя теперь. Факер убит игроком Дред. Все. Бля, просто передавил. Поехали такой, окей. Да я что-то фак вообще не воспринял инфу. Не знаю, не слышал. Хорош. А он сказал, ребят, что он вышел? Конечно. Нет, он сказал, поехали. Что? Да, я сказал, поехали. Что-то сказал вроде, поехали, что-то такое. Я сказал, поехали, когда меня задавили. Вот, поехали, он тебя задавил. Фак, это не его вина, дезинфа. Зачем так сделал? Факер. Сори, фак, сори. Ну я сейчас постараюсь побыстрее эту катку закончить тогда. Сейчас прям как какой-нибудь сват ворвусь. Прям движуху всю. Хотя 21 человек. Блин, я не знаю, мне все равно экран этот красный. Почему-то мне походу надо много очень перевязочек, чтобы жить. Не, он бывает, что нельзя перевязаться, нельзя лечить самому. И экран красный, и тебя только может вылечить напарник. Так что вернись к трупу и попроси. Напарника попроси. Так, ладно. Значит, выходим. Берем хилочек побольше. You don't have to pee. Так, ну все, сейчас я буду уже всех ебашить, получается. Фак, это будет за тебя сделано. За любовь. За... Да. Никого, я что это сюда пришел? Тут уже точно залутано будет. Ладно, надо походу просто ждать. Слева был тип, слева пол же, там в кусте чел сидит. Разве? Три человека написали. Где? Ну когда Андрюха шел, слева сказали, был кто-то. Слева сидит в кусте, наебанный в рот, слева ло-ло-ло. Так, ладно, я смотрю. Какой-то натуре ло-ло-ло. А почему он не убил Андрея, если он слева? Далеко же с него? Пощадил Андрея, может быть, просто. Может, голенький какой-нибудь зритель. Просто сидит, смотрит за тобой. Может, это голожопик, Макс? Не. Я вчера, кстати, играл, какие-то 4 рандомных человека посадил в КамАЗ. Мы доехали, вместе начали играть, и при первой битве они меня убили. Случайно. Почему ты решил, что случайно? Ну, блин, мы сели, короче, в кусты, видим типов на машине, они подъехали, они такие, ждем. Типа подошли, мы начали стрелять, я пошел, типа, их обходить, и меня свои же в спину убили. Нормально. Вот это помогай называется. Ну там все буржуи были, так что. А буржуи они такие. Были бы русские, я бы, конечно, сразу их убил всех, но. Получается, я в этой катке уже двоих задавил, да?
Получается так. Нормально, нормально. А ты кекс как сдох? Ой, там вышло пятеро, короче. Я начал перестрелку с ними. Прыгаю за камень. Они за мной. И я откидываю камень в сторону, начинаю в рукопашный бой вступаю. Короче, я просто задавили. Короче, четверо умерло, и последний мне в спину нож воткнул. Понятно. Ну, стандартно, как бы. Да нет, такое редко бывает. Так, а круг-то не появился еще? Так, сейчас подойду. Давай, фак. Блин, у меня, конечно, патронов мало, но ничего, я буду это... снайпером. А у тебя прицел 12x или 6x? Ну вот, посмотри, вот такой вот, я не знаю, это сколько x. Это хрень x. Хороший X, похоже. Наемки это, по-моему, вообще такой будет прицел. Да, 12. О, шлёпает по Андрею. Из куста. Андрей знает, что делать. У Андрея прицел есть. Парня нет. Иди. Вот, девайсики у него заберем сейчас. Так, а вообще вопрос, куда мне бежать надо? Ну, открой карту. Открыл карту. Ты мне потом подскажи, потому что мне сейчас надо по фастику побежать и у него забрать вещи. Понял. Ну, ты очень близко к центру. Ну, отлично. Те, вот там по дороге направо и в школу, там центр, короче, будет. Короче, в школу, да? Ну, короче, ты как бежишь, так и побежишь, так. Около яйца пройдешь, прям центрила бы. Так, где этот молодой человек? Пойди повыше там еще где-то. Он сидел прямо около дороги в кусте. Понял тебя. Прям чуть ли не метров 5 от дороги. Я теперь, блядь, не найду еще его, да? Нет, ты выше поднимись, ты еще выше. Вот, выше, и сейчас вот слева, левее. Вот дерево, и, короче, около прям дерева где-то, вот кусты ближние, а дерево, может, еще посмотреть. Не, нет, ни хрена. Еще, по-моему, а, да. О, все, нашел. Так. Патроны, патроны. Перевязочный пакет. Перевязочный пакет. Ну, ствол-то мы его возьмем. Так, надо к кругу, наверное, бежать. Ты можешь, короче, вот слева от этой дороги, по которой, которую ты видишь, пробежать. Параллельно ей ты прям в центр придешь. Окей, шеф. У тебя круг большой и только появился, я так понял. Давай, мы-то, короче, эти, как это? Ну, я понял, в целом. Ладно, пойду поем. В смысле? Эти, которые вот эти, они не идут и не поедят. Почему нет? Ну как, ты же этот, штурман, получается. Или нет? Да, хорошо, штурман. Дерево на 245. Хорошо. Блин, какой-то долбанный круг. Мы сейчас уже останемся на туда. Так, это ж... Ладно, блядь, ну здесь, конечно,
останавливаться, смотреть карту, это такое себе. Так, есть у меня 2 минуты. 47-44. А что ты ищешь? Ты уже в круге. Я же уже в круге на туре. Нет, ты в круге. Я тебе говорю, что я тебе про центр говорю круга. 47-44. Вот, все, понял. Так я думал, я не в круге, искал тут позицию, видите ли. Тут бомбы ставит. Блин, экран сейчас всплывается. Опа. Так, здорово. Вот это встреча была, блядь. Изи. Так, что у вас за оружие, сэр? Станаги, поехали. Хочешь, я музыку включу какую-нибудь? Хорошую музыку. Могу эпичную, под которую я тащил катки. Давай. Сейчас. Только не смей умирать под меня. Чё, там ещё не закинул, Андрей? Не, пока не закинул ещё. Хорошо. Фак, позитивно. Андрей вообще троих уже бахнул. Это не включая тебя, фак. Да, не считая тебя. То есть практически почти четверых. Обычно первая катка там за 5 минут играется, а что-то Андрюх уже минус 4 сделал. Все серьезно. Блин, эти кусты мне не очень нравятся на самом деле. Не вижу, что там происходит. И сверху, понятное дело. С другой стороны, сверху меня тоже не видно. Только этот красный экран блядский. Блин, хочется вроде как пойти посмотреть, что там у этих ребят. С другой стороны, могут по жопе дать. Хорошо, хорошо, Кикс, давай.
шикарный гимн, шикарный. Кстати, на какую кнопку гранаты кидать? В тему эпичной музыки. Подлечиться он не хочет, а я не могу подлечиться, к сожалению. Так что, гайс, на какую кнопку гранаты кидать? Хуй знает. Не понял. Андрюх подходит под то, что сейчас происходит? Вообще, да, нормально. И меня взяли с гончубасом. Серый пасом, чтоб дышал я больше носом. А потом сержант Курнос немного задавал вопросов и устраивал допросы. Мусора, бля, пидорасы. Не курил я папиросы ваши с табаком невкусным. Тогда что же на допросы вызывает мусор уж ты. Не впаяет 228 и фамилию не спросит. Как не стыдно по... Это кекстом, да, балуется? Угу. Ага. Я курил и курил. Кстати, если говорить, то звука вообще не будет. Я постоянно говорить. То есть ты хочешь постоянно говорить, чтобы не было вот этой музыки, да? Ну да, в принципе. Можно было воду резать хорошо. Нормальная тема. Проблема. Я понял, кекс, пожалуйста. Ладно, ладно, чё. Я думал, эпичная музыка. Тот трек кончился. Так Форт Боярд бы включил. Вот именно, что-нибудь нормальное, не хуйню. Давай, треки, все. Форт Боярд, итак, следующая композиция. Для вас будет играть Форт Боярд, Боярского. Вот. Оставляйте пожелания в комментариях. Thank you.
далековато от меня, но музыка продолжайте. Спасибо, Кекс. Стол заказов, я так понял, открыт, правильно, Кексидзе? Не в тему немного. Я, кстати, выключи на секунду. Блин, как я в него не попал? Объясните, пожалуйста. Ты умер? Нет. У тебя прицел там 300 метров. А он сколько был? Я сейчас смотрю, я не увидел. Пропустил. Не знаю, я и пострелял и в центр, и повыше, и пониже. Что-то наверняка. Да, бывает такое. Ну, типа, снайперские стволы вообще без осечек в точку стреляют, а эмочка, разбросик все-таки есть. Понял. Вообще, что-то я не зажал, напрасно. Но ему вроде было больно и неприятно. Вообще не люблю так стрелять, потому что палец очень сильно твое местонахождение. Так, ну по полю вряд ли кто-то побежит. Так. А ну пойдем посмотрим. Слышен лишь чат и чавканье. Это факт. Такие вот дела у нас тут. Так, карта обновилась. 40-41. Ага.
О, это этот модератор еще. Это модератор какой-то? Да. Понял. Твою мать. Ёбаный рот. Что творишь? Там такой обстрел. Васа. Ой. Человек 20 нашел. Пулеметик какой-то, походу. Да. Все, может, на Твиче еще раз прям успеем. Да, еще вот этот один сзади стрелял, и потом еще один слева нашелся. Да, нифига народу было. Да. Ну, накидал им нормально, нормально накидал. Так, я тут. You don't have to be beautiful. Так, ладно, 3 минуты на рекламной паузе, ребята. Сейчас мы, наверное, следующий еще бахнем. Ну, одному реально тяжко в таких ситуациях тащить, потому что, ну, просто тупо народу больше, и они тебя бахают. Ой, ёбки. Свечи. Там круг огромный был, а рядом с тобой постоянно какой-то народ был. Странно. Совпадение. Да, я тоже считаю, что это совпадение. Короче, есть UK7 Regular 1/36, видите? Обновляю. А? Да, вижу, зашел. You а, don't creepy. Андрей, походу, не зашел, потому что он ЛС. Не смог 10-х убить. Да, Андрюх, конечно, ЛС. Ну, ну ничего. Опять начал гнобить Андрея за его спиной. Так в смысле, он с микрофоном выключенным слушает и соглашается. О-о-о-о, ребята, привет, ребята, со стрима здорово. Сейчас освободите кого-нибудь. Бля, идет закачка файлов. Пизды. Че, все, Андрей, не успел? Ну, послушает, посидит. Ну, следующий погнали, что делать? Ну да. Так, алло, газики, ну чё? А не, ничего, мы только что на сервер зашли, такой идеальный прям, а ты... Бля, сори, ну я отошёл просто. У вас-то было время, у меня нет. Так... Давайте, знаете, какой... UK 7 регуляр, давайте быстренько, быстренько, быстренько. Там UK 5 регуляр. UK 7 регуляр, быстрее, там 20 человек. 5 регуляр, там один человек. UK 7 регуляр, возвращаемся, люди поливали оттуда, давайте, давайте. Да-да-да, все, Андрей зашел. Макс, ты зашел? Нет. Почему? Время меня обновляет сервера. Ну если что, или в нем в другой зайдем, там их сейчас много. Да почему я вас тут не вижу, вопрос. Я тут. Может, я не туда зашел просто? Да нет. Нет, я тут. Ты видишь меня? Да. Да какой у тебя ник? Да, 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 да. У него ник. Максимально. Зашел, да, Макс? Максимальное количество игроков. Максимально. Погиб, погиб, погиб. Зашел, зашел, зашел. Да это я вышел, потому что. Ладно, давайте ли в нем. Ну да, UK5. Так, UK5 регуляр, поехали. Так, я здесь. Да, да, здесь. Я тоже здесь. Все. Все? Здесь все. You don't have to be. Эх, блин. Жалко, здесь нету. Читов? Короче,
одна карта, это реально борода, потому что эти леса, они уже заебали, честно говоря, эти кусты ссаные. Жалко, нету локации, где какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь город, какой-нибудь, может, огромный аэропорт. Ну, можно что угодно придумать интересное. Ну, да, согласен. Не знаю, видимо, этот админ, у него там другие какие-то приоритеты. Не знаю, что он делает. Футболки делать. Или, например, просто отдыхать, или, может, это вообще хобби просто его. Ну, скорее всего, так оно и есть. Не думаю почему-то, что ему платят за это. Хотя, что, все может быть. Так, я, наверное, ласт и пойду спать. То есть, я не рано проснулся, что-то очень. Фак, ну, как знаешь, как знаешь. Я потом еще, очевидно, буду в дотку играть. Для дорогих зрителей. Возможно, соло ММРчик пойду побахаю. Ой. Завтра опять, наверное, с утра разбудит, скажет, а, когда вам микрофон доставить. Почему я лысый, мне белая голова? Русские фаны тебе привет передавали. Угу, о, начинаю. Заканчивается, ребят. Что заканчивается? Можно катка. А, да-да-да. Как там это? Как выпрыгнуть? Наверх. Enter, enter. Нет, как посмотреть, я забыл. Enter, enter правый. Понял, ну, я не успел посмотреть. ГГ, я не выиграл. Ну, никто не выиграл. 11 регуляр есть, один человек. Есть. Только он UK 11. А, ну да, UK, господи. Господи, UK. UK 11, поехали. Не удалось соединиться, что? Да, та же самая хрень. Достигнуто максимальное число игроков. Кто-то не зашел? Я не зашел. Я тут делаю выход. Тоже не зашел. Так, выходим. Вон вижу UK 16, UK 16. Не вижу. Вот сейчас, сейчас дам IP, вот даю. Сейчас. Сейчас сек. Ну UK 11, погнали, быстро, быстро, быстро. Что творит? Вы должны же были понять меня, какой UK 16, не бывает таких сил. Ну UK 11 получился, типа? Удалось соединиться почему-то. Ладно, пофигу-то. Сигнал не дошел. Ты слишком рано забайтил, ну типа, люди не... Слушайте, а может это... Что, нахер арму? Хотя не, вы-то не наигрались, наверное, еще в арму. Это толком ни разу еще не побегали нормально. В смысле? А что, говори еще? Я думал, может это другой какой мод поинтересный. Все, если все, поехали. Другой мод. Можно в Wasteland попал. А можно в Rust? Да, можно в Rust. Можно в Rust, я согласен. В Rust это надолго, блин. А я не... А он там новый или не новый? Посмотрите. Ну, Фак, вот что-то 500 метров обновления было. А ты троллил, Фак, или нет? Нет. Ну, я серьезно, ну, я бы сейчас часок покатал в Rust и спать пошел бы. Часок в Rust и спать? Да не, забей, я... Ну, типа, часок в Rust это что, опять поставить дом, закрыть дверь, уйти, и дома не будет. Надо там дольше, начинать с дольше. Значит, дольше из сессии. Кекс, точно? Да. Не, я не буду. Уверен? Да. Кекс, Rust. Ну, типа, хуй знает. Камень. Не, забей, мы встретимся за полчаса с ресурсами, поставим какой-то домик одноэтажный, и все, и кончится на этом. Это, ну... Да если это сейчас реально патч большой, то да, это будет интересно. Я попробую зайти. Да, я первый раз слышу, какой патч большой. Там экспериментальная версия. Был. Экспериментальная версия, говорили, 9 гигабайт, если ее там отдельно. Ну, блин, фак. Ну, 500 метров, игра сама 800 весит. 400, если быть точно. 400, да, то есть как бы... А хуй знает, ну... Я сейчас попробую зайти, посмотреть. Rust. Так.
Че, посмотрим. Пока все равно серверов нету. Ну чё там? А я чё-то вышел уже из армы. А чё там, в арму вернулись? Я пока никуда не вернулся, я пытаюсь зайти на сервер, посмотреть, как там всё изменилось или нет. Ну что ты там планируешь увидеть? Да просто открыть крафт, и там что-то новое должно быть, какие-то лопаты или прочее дерьмо. Там же он, если большой, то там это будет заметно. Только почему-то коннектится у меня очень долго. Говорили, какая-то игра похожа на Rust and Forest. Я не знаю. Forest. Forest. Так, ну вот я такой на сервере, допустим. Ага. Да, не, все то же самое. Все точно то же самое. Волки, там все дерьмо. Да? Ты что это за хрень такая? Нет, то же самое, короче. Ладно, ладно, раз Хекс не хочет, то не будем. Ну, блин, это надолго. Либо вообще никого интереса, мне кажется. Так, ну чего там, появились кинтереры боевого рояля? Меня обновляют очень долго. Таких, с таким настроем играть смысл. Можно в Wasteland пойти зарубиться, попробовать? Ну, там тоже такой себе мод. Мы поиграли в него. Понял. А чего интересно есть? КС... Больше толком ни в чё не играли. Да, мне все интересно. CSGO. CSGO. Так мы же опять прибьем, сейчас зайдем. Не, ну, на самом деле, да, когда начинаешь вот этот вот выбирать игры, понимаешь, что пора идти спать, поэтому... Чё их выбирать? Поэтому... Сидим, пошли в арму играть. Не хотите арму? Все, говорите, мы не хотим арму, не убиваем. Да ничего не хочется, Кекс, ничего не хочется. Ну все, тогда тоже закрываю. Да, я пойду спать, все, пока, ребят. Ладно, парни, давайте. Все, давайте, бэ-бэ. Спасибо за то, давайте, что вы нам зали. Все, давайте, счастливо. Так, ну а мы, дорогие друзья, не заканчиваем на этом. А сейчас, после небольшой паузы, я, вероятнее всего, перейду опять в Доту. А пока что трехминутная рекламная пауза и... Поставлю какую-нибудь музычку, чтобы вы не скучали. Reminder, they will speak my
Итак, я вернулся. Сейчас будем пробовать с Нексусом играть по европейской системе. Попробуем попасться друг с другом в матчмейкинге, в соло.
Так, я вижу, он не запустил, а вот запустил. Потом нужно посмотреть. Похоже, они тут выиграли. Очень похоже на то, да, вот такой бах, бах. Ага, ага, ага. Так, ладно, ГГ, все, ГГ, закрываем. Так, выстрашу спиниш. Не, язык без разницы. Алло. Алло, Игорь, привет. Салют. Короче, смотри, язык это, по идее, без разницы. У тебя только West Европа, да? Да. Окей, я тоже ставлю только West, язык английский. Ну, сейчас, по идее, вообще народу не так много уже. Хотя, стоп, блин, 12 часов только времени. Короче, ладно, го попробуем. Если не пойдет, так будем в соло играть. Ну что, поехали. Прям английский или тот, который я написал? Ну, давай тот, который ты написал. Ну, давай я уберу английским, пофигу. Я, если что, знаю, там, кипасса, сеньор. Ты понимаешь, что ты в стримах, и сейчас куча людей будет таскать то же самое? Да, какая разница? Обычно. У кучи людей это поменьше будет, чем у тебя, Игорь. Ну, смотри. Короче, ладно, давай, раз, два, три. Просто я, когда раньше делал это, я закрывал табличкой поиск. Да, табличкой, ну, Игорь, ну что? Может, просто... Сейчас, не знаю, будет какая-то статистика, то, что больше людей ищет. У меня нашло, а у тебя? Нет. У тебя нет, у меня да. Ну, блин, надо... Я буду ждать пока, чтобы кто-то задожил. Если что, буду просто не принимать. Я тебе говорю, это пофиксили 100 раз уже. Да, в смысле, как там... Ну, хотя вот сейчас, в это время, еще да, сложновато попасться друг с другом. Но потом, когда ты играешь попозже, ну, реально, просто единицы людей, по-моему, играют на высоком рейтинге. Но мы искали, блин, типа, ночью, утром, в любое время суток. Это с языком. И всем было похуй, нас кидало. Мы 3 раза подряд попались друг против друга. Не, ну вот, видишь, попались же. С языком-то, понятное дело, там похер, как язык. А вот это... Чего? Это... Если... Короче, если народа мало, это может сработать. Ну, попробуем еще разок, но я тебе говорю, это не прокатит. Find another match. В смысле? Ты ищешь? Find another match? Блять. 2 минуты получил. А сколько у тебя сейчас, Игорь? У меня сейчас 5415. Игорь, а чего так мало? Так было 5200. Ага. То есть ты забустил свой... свои ПТС. Ну, я только на днях начал заниматься этим. Ну, все, понял. А чего вдруг 6-ку захотелось? Да, хочется. Заебал то, что в соло уже не покатаешь. Одни уёбки. Ты мне лучше скажи, Андрей. Да. Как у тебя дела с визой? Игорь, ну пока... Как? Тут мне факер сказал, то, что нужно заполнить анкету просто. Это самое... Сделать запрос на собеседование и теребить Вальва, типа, чтобы выслали инвайт до собеседования, потом просто идти с инвайтом, с пакетом документов на собеседование. Ты это один планируешь делать? Ну, так а как? Ну, типа, вы приедете, но мы все равно, у нас не будет же общего собеседования. Почему? Можно групповое. Можно групповое? Да. Да? Ну вот спросим тогда сейчас потом у этих в конференции элитной. Ну там, типа... Кто, фак или кто-то рассказывал, типа, на групповом шансов больше, что дадут, но если не будет у нас какого-нибудь седого. А. Ну, типа, как мы тогда, помнишь, приехали, все сказали на турнир по доте, он сказал отдыхать. Туризм. Понял. Вот такие вот дела. Ну, блин, попробуем, значит. Ну, короче, еще раз узнаем, если что, групповым пойдем. Так а как-то это надо будет на этом сайте в пати как-то зайти, чтобы подать? Нет, просто... Нет, ну там как-то можно, уточнить надо будет. А рейтинговые консультации, Игорь, или обычно? Обычно. Но тем более там можно будет чем-нибудь намашнить тоже. Есть там одна фишка, я придумал. Придумал? Интересная, да. Это там язык выбираешь такой? Не, не совсем. Понятно. Ладно. Достаточно шуток, связанных с проведением аналогии между матчмейкингом и консультацией. Ну а так, примерно, я планирую в Москву ехать числа 13-14. Потому что 12 у меня LAN в Ульяновске, мы с Седым хотим сгонять. И потом сразу я в МСК. А Седой, вот я слыхал, уже сгонял на ланчик разок.
Думаю, вчера гоняли на ланчик. Или там позавчера. А, слышал, да. Ага. Да-да-да, было такое дело. Сгонял седуха. Не, ну это он уже после ланчика. Понял. Мы закончили часа за 3 до этого матча. Так, а после ланчика чего у вас там еще было? Да ничего, я до... ну, типа домой поехал, а он не знаю куда. Понятно, ну вот, тусить? Наверное. Девок, наверное, снял с призовых. Конечно, конечно. А чего, вы выиграли, Игорь? Конечно. И сколько заработал? А хуй знает, там по 1000 с чем-то. Но это битва городов была, типа... Баксов, Игорь? Да, само собой, по 1000 баксов. Понял, понял. У нас сейчас следующее воскресенье будет. Понял, ну что, давай ищем? Да, давай. Давай, раз, два, три. Если не попадемся, да и хуй с ним, наверное. Можно будет просто поиграть с личкой. На ком играешь, Игорь? Такой вопрос. Пикаешь героев или рандомишь? Пикаю героя. Какого? Дума. Только на нем? Да. Я понял. Дум не проигрывает доту. Ну вообще, Дум действительно, типа, в нормальных руках не особо проигрывает. Только если у врагов несколько тащил, тогда тяжело. У меня сейчас примерно 8-1 стат на нем. Понял. Нормально. Понял, понял. Не, я люблю прандомить, Игорь. Прандомить, да. Это моя страсть, моя любовь. Прандомить и минус, минус, минус. Да нет, на самом деле. В герое-то на самом деле много хороших. В доте много хороших героев все-таки. Ну рандомить, если ты просто катаешь, это нехуй делать. А именно, чтобы набивать, это надо каких-то таких не совсем честных героев. Я не знаю, ну, типа, все равно вот этот буст, он решает. Вот с этим бустом, как бы, понимаешь, у тебя будет так-то, если ты вот всегда стартуешь, играешь на разных героях, пикаешь, у тебя будет винрейт, грубо говоря, 50%. Да, у меня нашло, а у тебя? У меня не нашло, Игорь. А хуй с тобой, значит. Ну ладно, хорошо. Я пойду играть. Да, Игорь, пообщаемся немного еще, может, потом пойдешь. А я прям так пойду. Ну давай, давай. Пока, Андрей. Пока, Игорь, хорошо. Уёбок. Наверное, Игорь не слышал тоже, но оно и к лучшему. Вот так вот выглядело наше общение. Ну, в общем, действительно, похоже на то, что народу слишком много еще. Так, кореан, спэниш, три языка только можно. Короче, английский язык, Европа Ист, Европа Вест. На России, я так понял, уже вообще никто не ищет. Это мертвый сервер. Несмотря на то, что задержка до нее самая лучшая российских игроков. Так, ладно. Что ж, ребят. Значит, буду я играть соло ММР. Соло ММР я буду играть в соло, соответственно. Будет это иметь вид, скорее всего, такой обучительный даже с какой-то стороны. Буду много разных вещей, может быть, даже говорить, что я делаю и так далее. Вот, а может быть, у меня просто сгорит жопа, я выключу микрофон, но это уже такое, да. Звони Солычу, а Солыч AFK. Я написал даже ему, тоже спросил, не хочет ли он поиграть по этой системе, но он просто-напросто AFK. Вообще у него подгорела жопа из-за там какого-то бага, который есть в дотке, судя по всему. Вот. В общем, посмотрим, ребята. Посмотрим, что получится из этого. Слышал историю о парне, который сыграл на российском сервере. Эта история уже начинается так довольно-таки смутно. Чат черепах, плиз. Это человек из обычного чата. Просит включить чат черепах даже. Ну, сейчас вот, ребята, игра начнется и бахнем. Субскрайбер с чата пока можно спамить, посмотреть что-то на это. Хотя, жди соло, зови соло, ласта, за Леона. Да, это за Леона баг. Как дела, Дрюс? Хорошо, хорошо дела. Арена. У него подгорело из-за бага с Рокскиз. Тоже правда. Ну, неприятная ситуация. Да вообще, администрация в D2CL, я не знаю, они столько решений каких-то сомнительных выносили. Это просто бред какой-то. Как спидер. P2
пишет Кейк в чатике. Кекс, если ты думал, то, что я это не замечу, или, например, ну, типа, чат бежит настолько быстро, бла-бла-бла, Кекс, но он заметил, он тут даже скопировать успел. Вообще было бы забавно включить этот самый сабскрайбер-чат сразу после вот этой вот фразы. Могло бы быть и такое. Так, ну вот он, ребят. Вот он, соло ММР. Это на самом деле вообще отдельная история. Одно дело это пати ММР, конечно же, а вот в соло тут все совсем по-другому. Тут все постоянно доджат игры, потому что все друг друга в мьюте, и за мьюченными людьми никто не играет, как правило. Вот, ну и, соответственно, скилл тут выше, и стараются люди больше. Стараются больше, потому что вот если ты смотришь, допустим, на чувака какого-то, да, допустим, добавились друзья, ты такой смотришь, Dota Profile. И ты смотришь не вот сюда, не на пати рейтинг, а на соло рейтинг. И видишь Альберта 4800, и понимаешь, что Альберт играет на 4800. 800. Вот как-то вот так вот. Вообще, я бы, конечно, тоже хотел себе поиграть в соло побольше, в соло ММчики. Но получается вот так вот, что это довольно-таки скучно. Лично для меня игры 3-4 максимум, и уже хочется блевать немного от этого. 3-4 игры в день тоже, в принципе, неплохо. Вообще, наверное, я поэтому как бы и пошел играть доту, то что играть одному довольно-таки скучно. То есть в том же Варкрафте, например, один на один ладдер я тоже вот не мог так в день просто сидеть и задрачивать по несколько часов подряд и так далее. Так, брудмать. Блин, кстати, прикольная штука. Я, честно говоря, не уверен, что этот герой вообще может делать. Не, я знаю его возможности, это да, но как бы как использовать, реализовывать этого героя, вот это вот идея. Вопрос, точнее, неплохой, потому что так-то она не работает. Просто-напросто не работает. Please repeat that shit. Там, блядь. Так, Зевс. А если репикать, то в кого? В кого же мне репикать? Ага, Bounty Hunter. Пошел ты нахер. Это мне нравится, знаете что, еще и Акс. Буду с Веном. Под Bloodlust нормальная штука. Правда, там Bounty Hunter, а у Укра нету Вишна. Ну ничего страшного. Что-нибудь придумаем. Хотя Свен под Блудастом это здорово, но Свен против Bounty Hunter это не так радужно. С другой стороны, до определенного момента я вообще не должен бить с руки. От меня главное задать стан, дать варкрай и мансовать как лев. В идеале мне вообще просто-напросто взять дагер очень рано. Может быть, что-то получится. Аппарат, кстати, сколько денег просрал. Нормально, тридцаточку. Минусанул. Бруда это вин. Не, Бруда это далеко не вин. Бруда реально слабый герой очень. Как вот делают нормальные паберы, скажем так. Они просто на первые бабки берут гем, и ты больше ничего не можешь сделать. Потому что Бруда суппортов на линии не убивает, как правило, если там трипла, и ее, соответственно, просто гоняют просто на изичах. Зачем ты стан взял? Потому что Свен это не только хороший стан, это еще и просто-напросто отличный парень. Что уж там. О, подмаз ботинком. Сейчас пойдут эти вот стрелы поганые. Начинается.
тому же я не играл на бруде вот после этих всех патчей, ее фиксов, переделок. То она бегала по лесам, то залазила на текстуру, то перестала это делать. Короче, хрен ее поймешь. Вообще, ну, конечно, досты бы пригодились против Баунти Хантера. Просто убить, чтобы его пофасить течу. О, вот аппарата все есть. Ну, Баунти Хантер здесь. Кстати, интересно, сработает ли проклятие первого крипа тут? По-моему, нет, ребят. При всем уважении, ну, невозможно. Его никто не бьет уже. Есть! Хотя, возможно, это плохо. Потому что, когда я не убиваю первого крипа, я выигрываю игру. Посмотрим, что будет здесь. Угу. Я слишком нуб, чтобы добивать крипов по таверам. Что тут скажешь? Так, вообще надо придумать, что мне здесь делать. Что мне здесь делать? Я могу, в принципе, играть через сплэш. Просто расформиться быстро и пытаться всех убить, но фактически против тролля это будет сложно очень сделать. Так что лучше через дагер играть и драться с командой. На шторм у нас Огр, ДС. Лейт такой, в принципе, неплохой, но на мидгейме мы тоже можем надавать по щам. Пришла киска. БХ не очень хотел сюда идти. Судя по всему. Так, ну опять посиделочки по таверам, да? Сейчас лайн пропушится. Да, лайн пропушивается. Но ничего, в принципе, можно попробовать убить. Потому... А можно не попробовать. Вот нравится, конечно. Сразу видно, что скилл намного выше. Реально, человек один раз только отвел сингл пул. И ему уже как бы попросили не заниматься этим, потому что это реально это довольно-таки неправильно он сделал. Так, а вы куда, ребят? Ах ты ж. Вообще есть... Акин типи топ. Окей. Там тролль забашил, что ли? Как-то неудачно. Значит, что за такая паника? А, нам еще и курицу ёбнули. Так-то игра не из простых выйдет. Вообще, как вариант, мне просто взять сейчас дагер вот сразу и убить по тму. Да, будет неплохо. Только не факт, что с дагером она умрет. Хотя не, должна сдохнуть. Ага, это уже Баунти Хантер. Хотя вообще, я знаю, в этой доте, конечно, матчмейкинги решают не дагера на пятой минуте, а мидаса на пятой минуте. Но, не знаю, я ненавижу эту шмотку теперь. Потому что это просто какая-то борода. Ее собирают все вообще в непонятных ситуациях. Надо, но не надо. Они просто ее делают. Блин, а вот роли так-то все круто.
Ну, или, например, на Зевса поохотиться с тем же даггером. Блин, вот этот вот разброс тавра, он так порой бесит. Еще не буду покупать. Так, ну попробуем. Что-нибудь придумать без палева. Так, шторм там убивая. Баунти Хантер один не убью, и стоять с ним, честно говоря, смысла не вижу особо большого. Так, манами на прокаст есть еще. Хватит. Проблемка. Я так-то это остался без ничего. По хпшечке что-то просил. Зато кильчик. Кильчик решает, ребят. Кильчик решает. Такой типа я, ну блин, ну дай стик-то. Тут задрот такие, даже стик не дает. Ага. Понял. Понял, понял, понял. Короче, да, пахнет говном. Пойду вниз гангать. Это ебаная кнопка. Твою мать, я же не ставил даже это на бин себе. Изи катка. Не знаю, по-моему, в доту вот таким образом нужно играть сейчас. Имеется в виду сразу начинать делать всякие гейнджи, передвижения и подключаться к игре. Оформил бы я, оформил, ну что я оформил, они бы делали фраги с Баунти Хантером, это не круто совсем. Так, вон там трек.
пизда мне. Не туда я улетел. Хотя в любом случае, наверное, сдох. Потому что какая разница. Я, конечно, тут с этим билдом, скажем так, необычно поступил, но хотя бы никак уважаемый тролль-варлорд просто не дохну, как дебил. Я не против покупать смоки, пытаться гангать, потому что в этом вся суть игры. Блин, досты бы не помешали. Ладно, ну инвиза под монету уже, так что хрен его знает в любом случае. Так, а снизу что за херня? Давайте, парни, надо нападать. Ага, напал. Типа, народ, что они делают? Что они, блядь, делают? Серьезно, вот в этот момент именно он хотел кастануть эту сраную хрень свою. Опа, здорово. Ну, вероятно, это байт, да? Да, получается так. Трипл килл, отлично. Ебучие стрелы. Просто из игры в игру так они бесят. Да ладно. Что за хрень? Там форсик появляется уже. Сюда нападать что-то не хочется. Еще же сентри нихера нету. Это нахер. Да это ж серьезно. То ебучий вижен, то это... Просто в пизду. Да, Дюша у нас есть. Просто Зевс фул ману выкинул на нас. Убил всех абсолютно. Не, все-таки в этой игре выигрывает Мидас. Что-то я сам себя передумал. Убить это, убить того, там, то все, пятое, десятое. Врага, блядь, Баунти Хантер. У нас один вард стоит, и то вот здесь вот. В лесу. В своем. Сентри в принципе нету.
Хотя можно понять, против Зевса играем, конечно, он может сбивать всю эту херню. Не, сюда я не хочу, у него дагер, у него форстав, пошел нахер. А Шторм Спирит стоит спокойненько в лесу себе, ждет у моря погоды. А чего он ждет-то вообще? В чем прикол? Я не знаю, чего он ждет, но я попробую походить с ним. Так, ну вот, в принципе, дождался кое-чего. Вот он дождался, да. Блять, опять эти долбаные стрелы. Так, короче, ладно, это пиздец уже. По-моему, эта игра не выигрывается. Там они по трекам уже столько фрагов сделали, что просто пиздец. Но вот у нас фактически было преимущество в начале игры. Убивали тролля, там все было нормально, на минеру все хорошо, но у нас, типа, не было никакого вижена. Во многом из-за этого нам просто надавали пизделей. Ну, тоже парень ловит стрелы. Нормальная тема. Я вот уже, по-моему, сколько словил, из которых сдох. Штуки 2 или 3, что ли. Ой, короче, пиздец. А у них уже даже здесь, блядь, стоит вижен. Это просто пиздец. Так, киска ушла куда-то. Нет, никуда киска не ушла. В принципе, хороший размен. Шторм 1000 голды заработал. Я забайтил. Можно дальше пытаться убивать. Так, ну шторма появляется, судя по всему, арчит после этого фрага. А я-то то, что сдох, это уже пофигу. Я, блин, 9 левел, я по сути как свой как суппорт. Так, ой-ой-ой, хорош. Догорело. Ну, полтишок, это я заработаю, это я заработаю. Я же все-таки carry. Easy. Easy money. Блять, у него там БКБ уже скоро. А я просто бегаю с даггером, пытаюсь кого-то убить, и нас просто пиздят везде. Это хреново. О. Еще здесь получил. Ну вот зачем это делать? Зачем? Сейчас реально такая, такой момент в игре, когда можно немножко пофармить. Так, что-то мне не хочется уже здесь находиться, никого на карте нету. Ты вот потмы уже намного больше, чем у меня. Хотя вообще, если бы взял бы ПТшку, стоял бы против Баунти Хантера, сломал бы ему тауэр, там было бы больше пользы. Но что-то даггер на свиньи, это такая охренительная штука, с ней можно так жестко задоминировать. Нет. Стрелы летают. Пойду-ка я домой схожу. Так, что там арчит? Есть? Нет, есть Огр-клуб. Хочет он БКБшку себе. Его можно понять. Блять, что с врагом делать? Вообще хрен его знает. Просто их не убить. Ставлю, что ли, БКБ в квикбай.
нету. Даггер одна молча. Вот здесь может быть комбинация у нас. Ага. Ну тут всем похер, попал, не попал. Ну, на самом деле, это не ко мне немного. Стяжка вот не потму, тут я уж сори. Сработал на доверие, получилось отлично просто. Ганим появится, вот здесь все вообще шикарно будет. Надо было фармить, потом выйти с БКБМом, дать пизды. Да, конечно, надо было, если бы я знал, что будет все вот именно так, как есть. То, что у нас суппорты просто проебывают время и ничего не делают, то я бы, конечно, фармил, просто стоял, пытался бы затащить игру. Но я что-то перехвалил этот соло ММР, то, что, типа, все тут такие пиздаты, все знают, что делать. Только вот с Дарксиром один раз получилось убить тролля, что было довольно-таки неплохо. А потом все, выходит Зевс, который просто дает пизды, и я не знаю, что происходит. Происходит полный пиздаушскас. Пойду вон до доступных крипов. Доебусь. Вот Дарксир, который щиты кидает везде. Конечно, возможно, после этого даггера моего и... окончании фарма он во мне как-то потерял надежду. Но я хрен его знает. Вот типа вот зачем тебе сейчас фарм? Не, уходит, все. Вопросов нет. В любой блядской ситуации Свена нужно качать сплэш и ломать лица. Есть такое мнение. Тмауш тоже раздает хорошо очень. Не знаю, даже если мы врываемся, мы тут вряд ли кого-то убьем. С БКБ шторм, это хорошо. Ну, это, по сути, свой нормальный размен. Только нам просто ебанули Дарксира, он ничего не нажал абсолютно. Раз, два. Все. Ладно, будем ждать окончания этой игры, а там уже нормальное шпилево начнется.
фанчик. Вообще, конечно, пиздец. Вначале вот эти вот ганги мне так сильно порешало то, что я не получил ни одного фрага с них. Мы там вроде бы убили двоих. Опа, что это нахер? Так вот, вроде бы убили двоих, но по факту все было очень плохо. Вот так. Эй, парень, тихо. Не, это не выводи, этого ничего страшного. Так, ну ладно, с другой стороны, есть и хорошая новость, ребята, то, что меня эта игра раззадорила. Будем биться, будем драться. Пустые тела в экстазе. Раззадорила, дальше будет поинтереснее под. Мне еще не хочется настроить кнопку. Так, кто-то обновилось. Настроить кнопку консоли, потому что это хуйня. Так, ладно, пока 3-минутная рекламная пауза. Кстати говоря, вот какой-то апдейт вышел. Я не удивлюсь, если он связан с этим багом Леона. Потому что если доты вылетают, как правило, это первоочередные для Valve задачи, чтобы убрать все эти баги. Так, ну, собственно, здорово. Game is safe to live. Это очень приятно, но хотелось бы, чтобы действительно она была закончена. Не, ну чё, великолепно, что тут скажешь. А что, если попробовать что-нибудь посмотреть, а потом попробовать ливнуть?
Ой, блядь, что?